Улица Мазня, и сегодня мы будем делать размазню. Мазню. С вами находимся сегодня в парке. Друзья, привет! С вами Фёныч. Поздравляю вас с началом зимы. Это значит новая пейзажная фотография. И мы сегодня в Таврическом саду будем снимать в интересном режиме. Этот режим я использую достаточно давно, даже на пленке. Это режим на выдержках от 1/8 секунды до 1 секунды. Кому интересно, что можно получить и почему резкость и четкость современной фотографии в искусстве не имеет значения, узнаете вместе с Фёнычем. Я рассказывал вам про авторов, которые работают в этом стиле, и даже в моих подписчиков во Фликере такие авторы есть. Но самым известным из современно живущих является фотограф Ольга Карловац. Ее стиль абсолютно уникальный. Она снимает на этих длинных выдержках, но недостаточно просто поставить длинные выдержки. Для этого режима вам потребуется как минимум HD-фильтр кратности и движение фотоаппаратой. А какие движения камерой, я вам расскажу и покажу. Хочу напомнить еще, друзья, вам, что у нас есть Telegram-чат и группа «Фотоскоп», где мы публикуем свои работы и можно обмениваться различного рода полезной информацией для фотографов. Ну, а я перехожу, собственно говоря, к сути. Сегодня отличная погода для этого стиля. Ольга Карловац считает лучшей погодой, так же, как Фёныч, это снег, дождь и пасмурно. Сегодня как раз такое время. В Питере у нас идет снег, похолодало. Я отправился в парк для того, чтобы поснимать не только стрит, но и также пейзажи. Для того, чтобы использовать этот режим, переводим в камеру с самой низкой чувствительностью. Если у вас современная камера, вы можете снимать на высокой чувствительности. Но самое главное, друзья, вы должны обеспечить вот эту выдержку. Поэтому один вариант. Вы можете принудительно поставить выдержку от 1/8 до секунды, в зависимости от того, какой вы используете прием. В фотографии самое главное выдержка, а в танцоре что? Диафрагма. Во-вторых, рекомендую при таком ярком освещении использовать, у меня стоит черный фильтр, четырехкратный. Но этого недостаточно, на самом деле надо побольше, в зависимости от того, насколько вы хотите затемнить. И самое главное, в момент съемки вы делаете движение камерой. Движения это различного типа, они могут быть как продольные, так и вот такого плана, так и наклоны, в зависимости от того, как вы хотите размыть картинку. Основной объект, вот в данном случае я снимал сейчас голубя, деревья, я снимал в полете его, то есть фокусировался, и в момент нажатия кнопки я делал какое-то движение. Вот, в принципе, и весь принцип. Но не думайте, что это легко. Разумеется, друзья, обязательным условием является в таких съемках наличие бленды, чтобы ваша оптика была чистая и чтобы внутрь не попадал снег. У меня стоит сейчас, видите, четырехкратный черный фильтр, ну, просто больше у меня не нашлось. Но по большому счету нужно, конечно, брать переменник с собой. Скажу сразу, друзья, мне не хватает, все равно здесь ярко все, мне не хватает сделать вот эту выдержку полсекунды, поэтому что я применил? Я применил следующий прием. Снег попал на камеру. Я мало того, что закрылся на 16, я снизил чувствительность до 100, и плюс я еще загнал в минус 3, поэтому 3 ступени я еще выбрал. Получил 1/6. Ну, надеюсь, что сейчас потемнеет и получится что-то более длинное. Мы здесь, кстати, были с вами в летом, весной, осенью, в разное время. Ну, вот здесь очень много птиц, поэтому можно попробовать поймать вот этот пролет птиц, если у нас это получится сделать. Похоже, мы, друзья, станем свидетелями какой-то свадьбы или какой-то церемонии. Я вижу отсюда фотографа. Попробуем незаметно подснять его в обычном режиме. Друзья, хочу вам заметить, какого плана движения можно делать камерой, в каких случаях. Вот я сейчас застал здесь свадебную съемку, но я отошел, чтобы меня было незаметно, и сделал несколько снимков с проходом вдоль движения, когда они двигались, проходом самой камеры, когда они стояли в разных плоскостях. И вы можете делать проход горизонтальный, когда это уместно, вертикальный, с наклоном, с поворотом. Съемка, например, вот этой лиственницы огромной, которые здесь растут много, я делал в разных точках. И этот прием съемки арта является экспериментальным, поэтому никогда вы не знаете результата. Вы примерно можете прогнозировать только после множества съемок. Я этот прием съемки использовал еще на пленке.
на длинных выдержках. И вы знаете, я неоднократно в своих видео говорил про выдержку 1/8 секунды 8 Гц, которая практически как наше сердце бьется. Поэтому это и наша земля в том числе. Поэтому это не случайно выдержка выбрана многими именитыми фотографами. Но мы сегодня попытались сделать более длинную выдержку. Мне это отчасти удалось, но нужно, конечно, найти более темные объекты. Попробуем их тоже найти. Важным местом точки съемки и какие объекты движения вы выберете. Я выбрал движение людей на фоне стабильных деревьев. Вот за моей спиной есть красивое дерево, которое мы уже с вами снимали. Здесь вот, наверное, больше его будет. Оно как раз над водой висит. Я попробовал несколько приемов съемок с подвижными объектами в виде людей. Сейчас попробую сделать стационарные какие-то вещи с необычных ракурсов. Так, мы попробовали поснимать в разных ракурсах, в разных местах. Но это первая пробная съемка. Если вам будет интересно, я уверен, что у вас найдутся какие-то вопросы или примечания, но могу сказать, что этот эксперимент, он не ограничен во времени. Поэтому, если у вас нет какой-то техники, вы можете попробовать это сделать, хотел сказать, в фотошопе. Нет, в фотошопе не получится это сделать. Мазню. Потому что это будет сразу видно, что это искусственно. Мазню. Во Фликере такие работы есть, которые сделаны в фотошопе. Мазню. Они на самом деле не заходят. А вот то, что вы сделаете в ручных режимах, то, что мы с вами сегодня делали в парке, я думаю, что вас заинтересует и, может быть, заставит по-другому взглянуть на пейзажную и стрит-фотографию, и вообще на искусство фотографии как таковое. По положенной стороне вот это здание, которое находится, это музей Суворова. Поэтому, как он говорил, тяжело в учении, легко в бою. Я вам желаю различных экспериментов поставить множество, чтобы найти для себя свой жанр. На сегодня мое время вышло, вынужден бежать. Кстати, бег один из способов вот этой быстрой съемки арта, о которой я говорил. Можете попробовать в беге, на бегу это сделать. А с вами был Фаёныч, увидимся, пока.